проходил первый всероссийский патриотический фестиваль работающей молодежи «На высоте». И вот сейчас на Крепостной горе началась церемония закрытия фестиваля. Давайте же пойдем пообщаемся с участниками, узнаем их эмоции и впечатления. Супер! Мы тут уже 6 дней! Просто огненные эмоции! Во всех мероприятиях практически поучаствовали! Еще успели много видео наснимать, так что вообще все круто! И я сегодня хотел бы сказать слова глубокой благодарности всем участникам фестиваля. Ребята, за ваш патриотизм, за ваш молодежный энтузиазм, за ваш талант. Город Ставрополь – открытый и гостеприимный город. Поэтому мы всегда ждем вас в нашем любимом городе Ставрополе. Ставрополь – офигенный город, наверное, один из самых гостеприимных городов в целом, в которых мне удалось побывать. Знакомились с городом, знакомились с ребятами с разными, со всей страны. И больше всего то, что мне, наверное, понравилось, это те концерты, атмосфера на концертах, которая она насыщенная, это просто нечто. 100%. Мы даже подумали о том, чтобы как-нибудь приехать в Ставрополь пожить. Находимся на церемонии закрытия, где будут подведены самые важные итоги. Это гран-при по каждому творческому направлению. И раскрою пока секрет. Всегда на фестивалях Российского союза молодежи есть только одно гран-при по направлению. В этом году на первом творческом фестивале работающей молодежи ряд экспертов принял решение на некоторых направлениях, не буду говорить на каких, дать 2 гран-при. И это вообще впервые. А также в конце дня мы узнаем, какой регион самый сильный, общекомандный зачет. Вот, поэтому чуть-чуть терпения. Очень благодарна организаторам, что мы получили возможность реализовать себя. И очень круто, что нас не ограничивали в каких-то рамках. То есть мы могли поехать спокойно за город, мы могли ночами снимать, мы могли монтировать, мы могли делать что угодно. Ну, понятное дело, в рамках определенных. Но это очень круто, что у нас была такая возможность. Погоду не смогли испортить сегодня настроение гостям нашего города. И мы надеемся, что в таком же отличном настроении они поедут завтра домой в свои регионы и увезут частичку Ставрополя с собой.